Армянские стрелки завоевали одну золотую и две серебряные медали на открытом чемпионате Польши, который проводился с 22 по 27 ноября. Победительницей турнира в стрельбе из пистолета на 10 метров стала Эльмира Карапетян, набрав 578 баллов. Она уже обеспечила путевку на Олимпиаду в Париже в 2024 году. В мужском турнире по той же дисциплине Бенник Хлгатян занял второе место с результатом 580 баллов. Также Карапетян и Хлгатян участвовали в смешанных соревнованиях, и по сумме очков 290-284 получили серебро. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the